Автомойку «Формула-22» на Демидовской площади демонтируют. Об этом сегодня заявили на заседании арбитражного суда. Напомним, в середине октября в исторической части города открылась автомойка, которая еще на этапе строительства вызвала негодование у городской администрации и общественности. В комитете по строительству настаивали, что автомойка не вписывается в архитектурный ансамбль Демидовской площади, а мэрия заявила, что хозяин автомойки Евгений Чертов не согласовал с ней проект. Две недели назад на первом заседании сторона защиты яро отстаивала законность постройки, добавляя, что в старой части Барнаула автомоек недостаточно. Но сегодня адвокат Евгения Чертова сделал неожиданное заявление. 29 октября 2018 года между предпринимателем Ракшиным Александром Федоровичем и предпринимателем Чертовым Евгением Николаевичем было подписано соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. Индивидуальный предприниматель Чертов берет на себя обязательство в течение 21 дня демонтировать временное сооружение, автомоечный комплекс. В связи с этим судебное разбирательство было отложено на 23 ноября. По мнению сторон, если Евгений Чертов до этого времени демонтирует постройку, предмета спора больше не будет.